Соблюдают ли тюменские водители правила перевозки детей, проверяли сегодня инспекторы ДПС. Они останавливали машину у одной из поликлиник. Это первый рейд полицейских после вступления в силу поправок, которые разрешили не использовать кресло, если ребенок старше 7 лет и в него не помещается. Например, из-за роста выше 150 сантиметров. В ходе рейда выяснилось, что большая часть родителей перевозит детей безопасно, но были и нарушители. Так, в этой машине маленький ребенок ехал на бустере, который не соответствовал весу и росту малыша. Ну, выпишут, что теперь делать? Будем платить, куда деваться. У нас есть кресло, но мы думали, что уже можно бустер. У нас есть кресло дома, есть детское. Ребенку 2,5 года, то есть должно быть детское кресло. При резком торможении ремень может сдавить шею ребенка, и ребенок, соответственно, может задохнуться. Штраф за нарушение правил перевозки детей не изменился. Это 3000 рублей. Кстати, примерно в эту же сумму обойдется бюджетное кресло в автомобиль.